С вечера поссорились супруги, говорили много резких слов, сгоряча не поняли друг друга, напрочь позабыли про любовь. Утром мужу на работу рано, а на сердце горечь и печать. За ночь глупость ссоры осознал он, подошел жену поцеловать. Не спала, но все же притворилась, отвернула в сторону лицо. В глубине обида затаилась, как удав, свернувшийся кольцом. Дверь закрыл, ни слова на прощанье, со двора на окна посмотрел. Если б они знали, если б знали, что ушел из дома насовсем. А жена привычными делами, как всегда, своими занялась. Детское бельишко постирала, борщ сварила, в доме прибралась. Чистый пол, помытая посуда, и с работы скоро муж придет. Я с ним разговаривать не буду, пусть прощенья просит, пусть поймет. Гордость в сердце вздыбилась высоко, первою к нему не подойду. По ролям разыгрывалась ссора в воспаленном дьяволом мозгу. 6:30, 7:30. Неподвижна дверь, молчит порог, и в тревоге что-то сердце ноет. Где же задержаться, так он мог? Вдруг какой-то крик и суматоха, чей-то голос, плачущий навзрыд. И соседский мальчуган Алёха крикнул, запыхавшись: «В шахте взрыв! Взрыв!» Совсем коротенькое слово, сердце будто в клочья порвало. Нет, она к такому не готова. Может, жив он, может, повезло. И в слезах по улице бежала, вспоминая с болью прошлый день, как в обиде злилась и кричала. Застилала разум злобу тень, заведенной куклой повторяла: «Мой родной, о, только бы не ты, я б к твоим ногам сейчас упала», прошептав короткое: «Прости». Им бы знать вчера, что будет завтра, по-другому все могло бы быть. Смерть, как вор, приходит так внезапно, не оставив шанса долюбить. Прогремит неумолимо грозно приговор, его не изменить. Исправлять ошибки слишком поздно. С этой болью ей придется жить. Люди, будьте к ближним своим мягче, относитесь с нежностью, добром и не обижайте. А иначе можно горько каяться потом.